Подмосковье проходит акция «Ночь в парке». Стилизованные музыкальные площадки, мастер-классы, ярмарки, пикники, кинотеатр под открытым небом. Это и многое другое подготовили для жителей округа в парке культуры, спорта и отдыха. Главный смысл проекта, я думаю, в том, чтобы собрать как можно большее количество людей, которые хотят отдохнуть в парке. Ну а почему ночь? Ну, ночь, потому что днем достаточное количество мероприятий проводится в парках, и именно ночью можно тоже классно провести время. Мероприятия проходят в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». Развлечений хватит и на взрослых, и на детей. Очень все понравилось. Я пришла, даже не ожидала, что тут будет столько всего интересного. Тут и кино, и сладости разные. Очень здорово, все просто супер. Всем советую сюда приходить. Замечательное мероприятие, прекрасная погода. Танцы понравились, кино. Я считаю, такие мероприятия нужно Лазутенко устраивать каждые выходные, если позволяет погода. Акцию «Ночь в парке» проводят уже второй год. В прошлом году в ней участвовали более 80 тысяч человек. И каждый раз участников мероприятия ждет много сюрпризов. Раиса Киян, телекомпания «Одинцова».